Когда Степан сдох, я пришел в зоомагазин. Ну, я его хотел обменять. Зачем? Я же сказал тебе, что куплю тебе новую рыбку. Да не надо мне покупать новую рыбу. Я не хочу покупать новую рыбу, потому что она стоит 600 рублей. Какой дебил покупает рыбу за 600 рублей? Аквариум стоит 7500. Это какие же деньжища-то? И что же, по-твоему, я должен чувствовать, а? Что? Радость? Хренадость! Да при чем тут это? Это был подарок! Ты знаешь, что такое настоящий подарок? Это левый дворник на папин Жигуль! Вот это настоящий подарок отцу! Да ладно, 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 все! Я все понимаю! Отца на свалку!